Губернатор Евгений Куйвашев предложил расширить возможности использования регионального материнского капитала. С инициативой он обратился к депутатам Законодательного собрания Свердловской области. Региональный материнский капитал – дополнительная мера поддержки семей, которая выплачивается за счет средств областного бюджета. В Свердловской области выплата составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении последующих детей. Семья может использовать эти средства на улучшение жилищных условий, приобретение садовых участков и домов, на оплату образовательных, медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью, подключение жилых помещений к газовым сетям. Если законодательное собрание Свердловской области одобрит инициативу губернатора, к списку добавится пункт на дополнительное образование детей. Предложение губернатора уже внесено на рассмотрение депутатов.